Озвучен доход от Pay-Per-View продаж боя Головкин Джейкобс, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке. Совокупный доход от Pay-Per-View продаж и кассовых сборов составляет примерно 15 миллионов долларов. Это значительный подъем, учитывая, что ни один из участников данного вечера бокса не является звездой Pay-Per-View. Таким образом, если отнять из этой суммы билеты, проданные на арену, то получается, что на Pay-Per-View организаторы заработали более 11 миллионов долларов. Ранее сообщалось о том, что общее количество Pay-Per-View продаж превысило показатели поединка Ковалёв-Уорд, который собрал 165 тысяч платных просмотров, но при этом отмечалось, что подсчет еще продолжается. По последней информации, бой Головкин-Джейкобс принес не меньше 170 тысяч Pay-Per-View. За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США, и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона. Ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой. We'll be right back.